Good afternoon, 47. Your target is Hollywood legend and infamous loose cannon, Gary Busey. Codename, The Wild Card. He is in Sapienza to film an advertisement, but is now refusing to participate. The following audio was captured as he fled the set. You'll never find me! I have the power of invisibility! This fiasco has cost the client millions, and they've decided to terminate their relationship with the target permanently. Complicating matters is the presence of an angry co-star, Gary Cole. However, he may lead you straight to your target. This is an odd one, but nothing you've not handled before. The clock is ticking, 47. Good luck. Здорово, громадяки. Пока часики тикают, нам нужно устранить никого иного, как голливудскую звезду Гэри Бьюзи в игре Hitman 2016. Но я с радостью приму этот вызов и попробую его все-таки замочить. Я даже, наверное, что я еще возьму? Монеты я никогда не использую, а вот отмычка, возможно, пригодится. Удавка пригодится, и мы начинаем. Подтверждаем, не ловим цель. Если мы эту цель упустим, второго шанса не будет. А если уничтожим цель, то все у нас будет хорошо. Ну, я надеюсь, мы сможем опознать, найти и устранить. Я примерно представляю, где он может находиться. Итак, мы начинаем наше приключение и попытаемся сейчас найти Гэри Бьюзи. Интересно, где он, как вы думаете? Я бы на его месте скрывался где-нибудь. Возможно, в кафе каком-нибудь. Там охрана. А это не он, случайно? Это он. Ну точно же говорю, это он. Они хотели подколоть, они думали, что Джейсон не заметит. Цель в самом начале игры, прямо рядом с нашим героем. В принципе, я бы мог устранить и охрану, и самого Бьюзи прямо здесь. Но здесь много свидетелей, поэтому нужно проследовать за ним, посмотреть, чем он планирует заняться. Да, за все шикардос. А можно как-нибудь? Это кто, Майкл, что ли? Гаечный ключ бы мне найти, да? По-хорошему так-то. Ну, в принципе, можно его здесь где-нибудь грохнуть. Особо не парясь, вот он вышел, так из угла ему бам в голову, и все. И все закончилось. Слушайте, вот здесь, в принципе, есть возможность его устранить. Более чем. Вот он выходит. Сейчас, вот он вышел. Ну вот и, собственно, все. Вот вам и неуловимая цель. На месте охраны я бы уволился. Ой, боже мой, серьезно. Ну, смотрите, у нас это заняло чуть больше минуты, я так полагаю. Но мы больше за ним шли, да? Бедный, бедный Бьюзи. В общем, как голливудская звезда, да, согласилась быть целью в игре про профессионального убийцу. Ну, представляете, сколько раз тебя могли убить. Даже как-то неприятно. А с вами был Джейсон, канал True Money Games. Не забывайте ставить пальцы вверх. Всем удачи и пока. И что мне скажут? Рейтинг. Ну, 3 звезды дали. Здорово, да? Я просто офигеваю, если честно. Ладно. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Ребят, пока. Еще разок.